Здравствуйте, господа! Сегодня с вами опять Майкл Лившиц. Это очень экстренное сообщение. И, пожалуйста, слушайте очень внимательно. Я прошу, чтобы вы передали это сообщение всем своим структурам, всем своим партнерам, чтобы вы их послали во все чаты, чтобы люди знали, что потом, когда они сделают что-то не так и их выкинут из системы, чтобы они не плакали. Дело в том, что компания почти все заканчивает и почти готова к запуску. Кстати, запуск обещали произойдет к 21 сентября. Не к 9 сентября, а к 21. Если произойдет раньше, нам сообщат. Я думаю, что никто не обидится. Но вообще запуск должен произойти 21 сентября. Но сейчас не об этом. Много людей задает один и тот же вопрос. И я уже выставлял тренировки в нашей группе на Facebook. Эта группа очень важная, господа. Эта группа не для того, чтобы высказывать мнение, что вы думаете об этом бизнесе. Потому что пока ваше мнение, к сожалению, ничего не стоит, я это не хочу сказать в обиду вам. Потому что пока вы не знаете, что происходит в компании, и вы пока компания не запущена. Когда она будет запущена, совсем другое дело. Но люди высказывают мнение о том, о чем они совершенно ничего не знают. И даже когда они делают ошибки, они потом начинают в это сами верить. И получается бардак, от которого пользы не будет никому. В первую очередь вам. Господа, на сегодняшний момент в компании работает 15 программеров, которые работают только на компанию THW Global. Они работают между этими 15 человек, все время работает программер 24 часа в сутки. Работают для того, чтобы убрать проблемы, убрать глюки и приготовить компанию к запуску. Работы происходят в нашем кабинете. Поэтому, пожалуйста, господа, не пишите одно и то же в нашей группе. Наша группа на Facebook была открыта для того, чтобы я бы мог с вам, имелась возможность скидывать вам новости и тренировки по нашему проекту. В будущем и очень скоро будет очень много тренировок, без которых вы не будете знать, как работать. Поэтому эти тренировки не нужны не мне, эти тренировки нужны вам. Поэтому, господа, помогите мне помочь вам и не засоряйте нашу группу на Facebook, да и все остальные чаты. Нашлись какие-то умники, которые стали копировать разные рекламы, трейлеры, которые 15 минут, 30 минут, и начали раздавать эти копирования всем людям и советовать, даже сделали список разных линк и всем дают, чтобы они кликали, чтобы набирали время. Господа, это делать незаконно. В будущем, когда нам начнут платить, за это начнут проверять и следить. И тех людей, которые будут это делать, будут банить и будут выкидывать из проекта. Вы должны запомнить, что если вы построили структуру, и вы набираете часы просматривания роликов неправильным путем, у вас заберут структуру, и вы потеряете все. И вы сможете жаловаться куда угодно, вы будете прыгать и плакать, никто вам не поможет, потому что это очень серьезно. Что это значит? Когда рекламодатель платит деньги нам за рекламу, он может выбирать определенные регионы. Даже на территории СНГ их очень много. Это может быть Украина, это может быть Россия, это может быть Азербайджан, это может быть Казахстан, это может быть Америка, это может быть и Китай, это может быть Япония, это может быть Латвия, это может быть Эстония. Очень много регионов по всему миру, и в том числе только на территории СНГ. И если кто-нибудь копирует линки, которые длинные, чтобы кто-то просто включил и шел смотреть телевизор, и начнутся кликать это совсем с других регионов, они это сразу все высчитают, и тех людей будут блокировать. И вы просто потеряете свой бизнес.
вы не успеете заработать еще до начала бизнеса. Господа, еще раз повторяю, будете плакать, но будет поздно. На сегодняшний день, я уже об этом говорил, одна из израильских компаний подписала контракт с THW Global, а точнее с теми, кто стоит за проектом THW Global. Они подписали контракт для того, чтобы рекламировать свои трейлеры на территории СНГ только. И около 60 тысяч роликов сейчас находится в системе, на которые еще кликать нельзя, потому что еще за них не происходит, еще за них не платят. И какие-то умники нашли эти ролики и начали копировать и раскидывать по всем чатам, на Фейсбуке, везде раздавать людям и говорить, что эти ролики, которые по 15-30 минут и больше, если вы будете на них кликать, вы быстрее наберете время. Но эти ролики еще не действующие, и время за них никому не насчитывают. И вы только себе принесете очень большие проблемы, потому что как только начнет компания платить и начнет проверять, кто что делает, его сразу же заблокируют и системы выкинут. И на этом для вас бизнес компании THW Global закончится. Сейчас, кстати, благодаря этому и есть у многих из вас время неправильное. Плюс время неправильное на те ролики, на которые вы кликаете, еще из-за того, что идут работы в кабинете. Это все будет решено, это все будет сделано к запуску, поэтому, пожалуйста, больше не жалуйтесь и не спрашивайте, почему это делается. Если я буду видеть, что человек задает такой вопрос, значит, я буду считать этого человека несерьезным партнером, который не обращает внимания на те тренировки, которые я выставляю. Я надеюсь, вы это запомнили. Сейчас я еще раз проведу с вами короткую тренировку. Как это делать? Вы должны напечатать у себя в браузере www.thglobal.com, и вы выйдете вот на эту страницу, которую вы только сейчас видите. Это действующая платформа, на которую можно и нужно, с которой можно и нужно работать. С правой стороны, в углу, вы видите «Sign in». Если вы еще не перевели на это на по-русски, то написано «Sign in». Обязательно нажмите на нее. И тогда вы зайдете на следующую страничку, где вы сможете зайти и сделать логин в свой бэк-офис. То есть бэк-офис этой платформы. Перед тем, как вы начнете кликать на эти рекламки, с правой стороны вы видите написано «Sign out». Это очень важно, поэтому должны обязательно обратить внимание, чтобы было вот именно так. Только в данном случае вы можете начать работу. Вы можете кликнуть «Начать» на все подряд ролики, но самое главное, вы должны на них обращать внимание. Пока вам не нужно выбирать ролики, пока вы можете кликать на любые ролики, которые вы видите здесь. Как видите, их очень много. Вы можете выбирать из них. Но вы должны делать это на своей странице, а не на те линки, которые вам кто-то скинул, потому что они их где-то срубили, и там очень много большое времени. Это делать нельзя, потому что у вас будут проблемы, так как вы не знаете, откуда эта линк пришла. Запомните, что эту линк может скопировать один человек совсем с другого региона. И скинуть в вашем регионе, и когда начнет компания проверять, кто работает и как, и увидит, что в одном регионе 10 тысяч человек кликнуло на линк, которая была послана в другой регион, они сразу поймут, что происходит, и вас начнут блокировать. Поэтому это очень-очень важно. Никакие линки ни у кого не берите, заходите только через свой бэк-офис, и находите только те линки, которые находятся у вас здесь. Например, вот я кликнул на линк. Здесь всего лишь 50 секунд. И мы сейчас посмотрим эту рекламу до конца. Я вам покажу, на что потом обращать внимание. This is Eric Gibson. He and his wife Brianna made the bold decision to buy their home 4 months ago.
And even though they have no idea what the future has in store for them, they bought into a 30-year mortgage anyway. Because they weren't just thinking about their future. Buy in. Quicken Loans. Home buy. Refi. Power. Is this the future of the smartphone? Though it was launched with much fanfare, Apple's watch has actually seen sales slide. Samsung is now hoping it's... Вот сейчас идет реклама, за которую мы получаем деньги. Embedded SIM card or eSIM. Up till now, such watches had to be connected wirelessly with the owner's smartphone. The eSIM means a watch can replace a smartphone, doing everything you would with that phone. The Samsung smartwatch has been rolling out over Europe. It hits Italy this week, and it's been produced in collaboration with Gemalto, the world's largest maker of SIM cards. The eSIM means an end to fiddly little cards you slip into a slot in your phone. The new technology is being cheered by... Я сейчас остановлюсь на секунду и сделаю, покажу вам еще очень важно. Видите вот этот квадратик? Я сейчас выставлю эту рекламу на Facebook. Вот видите Facebook значок. Сейчас я зайду в логин Facebook, потому что у меня есть аккаунт. И вот я выставляю эту рекламу на Facebook. Вы одним выстрелом убиваете двух зайцев. Потому что эту рекламу, которую я только что выставил на Facebook, могут посмотреть, например, в данном случае у меня 5000 friends, они все могут посмотреть эту рекламу, смогут поделиться этой рекламой со своими friends, и могут миллионы людей увидеть эту рекламу. И это будет засчитано мне. Таким образом, можно будет набрать намного больше часов, чем делать тем образом, который вы пытаетесь сэкономить время и делать это нечестным путем. Я продолжу эту рекламу, поэтому минуту внимания. The mobile phone carriers, as it will make it much easier for them to swap you from one operator to another. Все, на этом закончилась ваша реклама. Что вы можете сделать? Если вам она понравилась, вы можете сделать лайк. Видите, слева... палец вверх слева. Вот я нажал. Тут поменялась цифра, но это вы не, чтобы этого вас не пугало. Окей. На этом реклама закончилась. Теперь что мы делаем? Я захожу в бэк-офис. Посмотреть, засчиталась мне эта реклама или нет. Заходю в Video View Stats. Video History. И вот видите, написано You. Реклама была 50 секунд, мне засчиталось 45 секунд. Значит, мне реклама это засчиталась. Кстати, посмотрите вот на это, я вам уже показывал в прошлой тренировке. Видите здесь, 15 минут 42 секунды, 15 минут 41 секунда мне засчитано. Это уже не я просматривал. Это те рекламы, которые я в Искат выставляю на Facebook. Люди за меня просматривают. Смотрите, видите, вот там, где написано «you», это имеется в виду «я». Это только одну рекламу я сегодня посмотрел за весь день. А у меня уже просчитано 48 минут, мне засчитано. То есть 58 на 58 минут открылась рекламы. Но так как люди, которые заходят на мои рекламы на Facebook, они могут просто открыть и закрыть. И поэтому мне все не засчиталось. Но мне засчиталось сегодня 48 минут, а я посмотрел только 45 секунд. Я надеюсь, вы это понимаете. Я сейчас это продемонстрирую еще раз. Смотрите внимательно, как это все делается. Я зашел на свою, на страницу. Видите, у меня написано Sign Out, значит, я внутри. Я могу, видите, здесь Search. Я могу искать рекламу, я могу, например, написать «спорт» по-английски. И сейчас выскочат все рекламы, которые имеют какое-то отношение к спорту. Я могу написать «бокс» или «баксинг» по-английски. Сейчас выскочат все рекламы, которые относятся к боксу. Я, например, посмотрю вот эту рекламу.
Опять, видите, написано наверху sign out, значит, я нахожусь внутри, мне это засчитывается. Это реклама минута 53. Я сразу напишу, что мне она нравится, потому что, видите, я кликнул лайк, потому что я знаю этого боксера, и мне это интересно. Минуту внимания. Сначала будет просто реклама, которая не относится к нам. Она всего лишь проходит несколько секунд. Видите, появилась skip ad. Если вы на него нажимаете, если вы на этот skip ad нажимаете, она пропадает. Теперь вот эта реклама, которая будет мне засчитываться. Видите, что здесь открылось? Давайте посмотрим до конца и посмотрим, сколько мне засчитается. Это история о боксере, чемпионе мира. Он рассказывает свой, как он рос, в какой бедности он рос. Сейчас на сегодняшний день это его зовут Пакио, он из Филиппин. Он очень-очень богатый человек. А я хочу специально, чтобы вы посмотрели эту рекламу до конца, а потом мы зайдем ко мне в мой бэк-офис еще раз и посмотрим, сколько мне засчиталось. Boxing was my only hope. Manny Pacquiao has been in the sport for 20 long years. He is an 8-time world champion and will someday be in the Boxing Hall of Fame. He fought in this era's most exciting fights, bringing an impressive risk-taking style that made every fight a drama in itself. He knows the ruthlessness of boxing better than anyone. If you're a fighter, truly a fighter, then you get back up. You fight again. I don't care who it is, he'll get it from anybody. And he just comes out with this big smile and he's just waving at everybody and it's like... I always said, you never know when the next Muhammad Ali is going to walk to your door. Manny Pacquiao is the best thing that ever happened to me. Manny Pacquiao has always been a fighter. But it's his life story that made him famous for human sports. He's on the cover of Time magazine, 60 Minutes, late night. He's just transcended himself and made that crossover away from boxing. Your life is definitely beyond just this boxing ring. Okay. It's bigger than being a prize fighter. His journey now is about fighting and winning for a people. Huge burden, but he accepts it. Why do I box? Why do I fight? Because it's God's will. Jennifer Martinez just... Okay. А вы видите, я сразу переключил, потому что началась другая реклама, нам это уже не интересно. Это очень, кстати, интересная реклама, которую мы только что просмотрели про очень известного боксера. Теперь мы зайдем опять в видео View Stats. Сколько же мне засчитали? Единственное, что я забыл, поделиться на своей Facebook. Вот видите, пожалуйста, вот опять You, Many. Значит, реклама была... Минута 53, мне засчитали минута 45. Поэтому вы видите, что мне засчитывается все время, почти все время. Почти все то время, которое я смотрю, может быть, где-то 1% разница. Поэтому я хочу сказать, господа, если вы смотрите что-то и вам не засчитывается, значит, вы делаете что-то неправильно или копируете что-то неправильно. Потому что не может быть так, что мне засчитывается все правильно, а вам нет. Может быть, только две... возможности, почему такое происходит. Или вы делаете что-то неправильно, или в этот момент на самом деле в кабинете происходят работы. Сейчас я вернусь опять обратно. И вот еще раз смотрите. Сверху search. Вы можете написать любое слово. На любую тему, только писать надо английскими буквами. И вам выскочат те рекламы, которые вы хотите просматривать. Ни в коем случае не берите ни у кого никаких ссылок, потому что вы никогда не знаете, кто конкретно их скопировал и откуда они пришли. У вас будут проблемы, и вас в результате заблокируют.
Я надеюсь, господа, это понятно, чтобы нам больше возвращаться к этому не надо было. Каждому из вас, господа, нужно набрать минимум 10 часов работы, 10 часов роликов до 21 числа. С 21 числа начнется счет уже тех роликов, за которые вам будут платить. Если вы не наберете до 21, наберите до 22, до 23, до 24. Это не имеет значения, но только в тот день, после 21 числа, как только вы наберете 10 часов работы, только тогда вам начнут засчитывать ролики в честь, в смысле, за которые начнут платить. Это делается для того, для двух вещей, чтобы компания видела, в принципе, самая главная вещь, что когда приходит новый партнер, чтобы компания видела, насколько он серьезный и как он будет работать. Если он будет работать нечестным путем, его просто из системы выкинут. Господа, у нас грандиозный бизнес. Особенно, когда вы только узнаете, кто за нами стоит. Поверьте мне, у вас голова, у вас ваша крыша поедет. Голова пойдет кругом. Что мы попали в такую, в такое место, и у нас такая возможность. У нас будет много нового. У нас будут еще другие продукты, которые вы сможете употреблять, если вы захотите. Но у нас всегда будет возможность для человека прийти бесплатно зарабатывать деньги. И последнее, что я хочу еще раз вам предложить. Если у вас уже есть большие группы, вам задают много вопросов, пожалуйста, записывайте эти вопросы. Если у вас есть чатами, которые вы руководите, записывайте эти вопросы. Звоните мне заранее. Мы с вами договоримся. И я приду к вам. Мы сделаем презентацию, встречу, вопросы и ответы. И я отвечу вам на все ваши вопросы для вашей конкретной группы. Потому что вы – это мой бизнес. А к бизнесу я отношусь всегда очень серьезно. И помогаю вам, я помогаю себе. Все, господа, на этом я заканчиваю. Проверяйте свой бэк-офис, свой кабинет каждый день, потому что сейчас каждый день будут появляться очень интересные новости. Счастливо, господа, удачи нам всем, до свидания.